Всем привет, с вами Росиксон. Сегодня я расскажу на конкретных примерах, почему на бирже MEX самая выгодная торговля, сколько вы сэкономите на комиссиях в будущем, о других фишках, как MD и многое другое. Начнем с самого приятного, низких комиссий. На экране вы видите торговые комиссии разных бирж. Чуть позже приведу примеры, чтобы вы поняли. Комиссий на спотовом рынке нет вообще. Комиссии на фьючерсах в 3 раза меньше, чем на Binance, даже с использованием BNB. Комиссии в 6 раз меньше, чем на других биржах, таких как Bybit, DockXGate, ну и тому подобные. То есть при объеме 100 тысяч долларов на фьючах вы заплатите примерно 10 долларов на MEX, 30 долларов на Binance и 60 долларов на других биржах. А при использовании больших плечей такие объемы набиваются быстро. Каждый из нас думает, что он мало торгует, но даже я наторговал более миллиона долларов в торговых объемах за год, учитывая, что я практически не торгую. А вы можете наторговать больше. Самое главное, у вас будут увеличиваться эти объемы, и комиссии будут очень важны на долгосрочной перспективе. Возьмем тот же миллион долларов на MEX. На споте вы заплатите 0% комиссии, а на HOBI 0,2. Это уже около 2000 долларов. На Binance и BitGate вы заплатите 1000 долларов на комиссиях. Так, с примеров можно сделать много, но смысл понятен. Торгуя на MEX, можно очень хорошо сэкономить, и особенно на в будущем. Низкая комиссия, высокая прибыль. Кстати, в среднем трейдеры делают миллион долларов оборота в месяц, а мы считаем за год. То есть за год 12 миллионов долларов, то на споте MEX мы заплатим 0% комиссию, на Binance 12 тысяч долларов, на HOBI 24 тысячи долларов. Такс. А при оплате комиссии в MX токене вы экономите еще 10%, то есть комиссия еще и уменьшается. Это вообще самое лучшее условие на торговлю, поэтому регистрируйтесь по моей ссылке в описании, чтобы получить такие же выгодные комиссии и еще и скидки. Что еще дает биржевой токен? Участие в Kickstarter и лаунчпадах. Kickstarter — это голосование за листинг монет на MEX путем удержания биржевого токена не менее 1000 в течение мероприятия, обычно это дней 15. За это получаете бесплатный airdrop токенов молодых проектов. То же самое и лаунчпад, только удержание 30 дней. В месяц проходит около 120 airdropных мероприятий, и участвовать можно во всех одновременно, потому что MX не замораживаются. Еще одна уникальная вещь, чем отличается биржа конкурентов, это MDAY. Такого нет на других биржах, это ежедневный розыгрыш за оборот. Идеальный для тех, кто часто торгует, это приятный бонус. Я торгую не часто, но мои друзья часто, и они уже выигрывали несколько раз. Преимущество MEX MDAY. Платформа позволяет пользователям получить фьючерсные бонусы на торговлю или токены проектов на раннем этапе их развития. Для участия в MDAY не нужно покупать и удерживать никакие криптовалюты, достаточно просто создать определенный торговый объем. Полученную аллокацию или фьючерсные бонусы не требуется оплачивать, они начисляются пользователю в виде бесплатного аирдропа. Фьючерсные бонусы можно использовать на фьючерсной торговле, открывать любые сделки с любыми плечами на любое время. Реализованную прибыль с этих сделок можно использовать для дальнейшей работы на бирже, ну, либо вывести. Что касаемо проектов, принимающих участие в MDAY, они проходят листинг на бирже в тот же день. При выполнении минимальных требований, каждый выигрышный билет равен 40-70 долларов в зависимости от проекта. Как участвовать в торговом аирдропе? Зарегистрироваться на бирже MEX, перейти в раздел Earn MDAY и нажать «Зарегистрироваться». Создайте торговый объем и ждите. Торгую на фьючерсах в любых парах. Минимальный торговый оборот для участия 45 тысяч долларов. Больше оборот, больше билетов, больше выигрышных. MDAY проходит ежедневно новый. Также у MEX огромное количество различных токенов, первичных и эксклюзивных листингов. Надобность в других биржах отсутствует. А то на Binance у меня часто такое бывало, что приходилось идти на другую биржу, чтобы купить какую-то монету. Или можно закупиться нужным токеном на MEX и продать его на листинге. То есть MEX хорошо использовать под флипы с листингами. Есть мобильное приложение, удобный, приятный для глаза интерфейс, доказательства своих резервов. Спасибо за просмотр. Реферальная ссылка, дающая скидки на торговые комиссии, будет в описании. Спасибо за просмотр.